Gurumraj, can you hear me? Okay, can you hear me now? Yeah, Gurumraj, I'm hearing you. Please accept my obeisances, Dashwal. Thanks Nice for the to see you. prompt. Will accept my business. Yeah, I thought that since we're coming up to Nrisingha Chaturthi, I thought I'd read something from Prahlad Maharaj's prayers. Yes, Gurmaj. Very nice. Chapter. Вайшнава у нас будет седьмая песня, девятая глава. Махарадж, поскольку форма Чатурдаши, главу из молитв Прохлады Махараджа. Прерывается, да, но я надеюсь, что связь будет лучше. Кришна вообще чем-то. Я, походу, админом стал. Прямо сейчас включать? Или позже? Можно. Recording in progress. Okay, we can begin. Yes, Gurmanash, please. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nastapraya Svabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtaki. All right, so because we're coming up to Nrisingha Chaturthi, so I wanted to read a verse from Prahlad Maharaj's prayers to Lord Nrisingadev. So that is the seventh canto, chapter 9. And we're going to read today text number 39. Поскольку у нас уже вот-вот будет Чатурдаши, Нрисимха Чатурдаши, то я решил выбрать текст, посвященный молитвам Прохлады Махараджа Господу Нрисимхадеву. Так что сегодня у нас будет седьмая песня, девятая глава, текст номер 39. Окей. Naitam manastava tatasu vaikunthanatha. Sampriyate durita dushtam ashadu uvram kamaturam harsha shoka by Aishan Aritam
Тасмин катам тава гатим вимришами дина. Okay, I'll try again. Nimitam manastava katashu vaikunthanata sampriyate durita dushtam asadu dhruvam karata karaturam harsha shoka bayashana amritam Тасмин катам тава гатим вимришани дина. Okay, so you can read the translation and purport. Перевод и перевод. О, владыка Вайкунт, планет свободных от тревог. Мой ум, полный вожделения и греха, то ликует, ощущая так называемое счастье, то погружается в так называемую скорбь. Его то и дело охватывают печаль и страх, и он непрестанно жаждет денег. Он настолько осквернен, что не находит удовольствия в беседах о тебе. Стало быть, я падший и очень несчастный. Находясь в этом состоянии, смогу ли я обсуждать твои деяния? Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе Махараджа Прахлада говорит о себе как об обычном человеке, хотя на самом деле он не имеет ничего общего с материальным миром. Прахлада всегда пребывает в духовном мире, на планетах Вайкунтхи. Но от лица падших душ он спрашивает, как может человек, ум которого полон мирских тревог, обсуждать трансцендентное положение Господа? Ум привыкает к греху из-за того, что мы постоянно занимаемся греховной деятельностью. Все, что не связано с сознанием Кришны, следует считать греховным. И действительно, в Бхагавадгите 18.66 сам Кришна требует «Сарват гарман паритеджа мамакам шаранам браджа, агам твам сарва папевью, мокша ищя мимашуча». «Оставь все религии, просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего». Как только душа вручает себя Кришне, Верховной Личности Бога, Он сразу избавляет ее от всех последствий грехов. Стало быть, того, кто не предался лотосным стопам Господа, следует считать грешником и глупцом, падшим человеком, который из-за своих атеистических наклонностей лишен истинного знания. Подтверждением тому служит стих из Бхагавад-гиты 7.15. «Намам душкрити намудха пропадентая нарадхама». Майя пахрита гьяна, асурам бхава машрита. Итак, ум нуждается в очищении, и особенно сейчас, в век Кали. Очистить ум можно с помощью Хари Кришна Махамантры, читодарпана марджана. В эту эпоху повторения Хари Кришна Махамантры единственный способ очистить ум от греха. Только человек, который полностью очистил свой ум от последствий грехов, способен понять, в чем состоит его долг и каково предназначение человеческой жизни. Движение сознания Кришны призвано просвещать грешников, чтобы они, повторяя Хари Кришна Махамантру, становились праведниками. Харирнама, Харирнама, Харирнама ива кевала. Калау настьева, настьева, настьева гатиранитха. В век Кали ни один метод, кроме повторения и пения Хари Кришна Махамантры, не поможет человеку очистить свое сердце и обрести здравомыслие и мудрость. Махараджа Прахлада уже говорил об этом в предыдущих стихах. Твак вирья гаяна махамрита магна чита. В последующих стихах он также утверждает, что человек, ум которого неизменно сосредоточен на Кришне, очистится и всегда будет таким именно благодаря своей сосредоточенности. Чтобы постичь Господа и его деяния, необходимо очистить свой ум от мирской скверны. И этого можно достичь, если просто повторять святое имя Господа. Поступая таким образом, человек полностью освободится от материального рабства. Шрила Прабхупада ки джай. Ом агьянатам арандасья гьянанджана шалакая чаксур анмилитан джена тасмай шри гурве намаха.
Панча Калпата Рубьясча, Крипа Синду Паевача, Патитам Ман Паване Бьо Вайшна Вибьо Намо Намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Ничананда, Шри Адвайта Гадара, Шри Васа Дигор Бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Okay, so Prahlad Maharaj is offering prayers to Lord Nrisimhadev. Lord Nrisimhadev was very angry after killing Hiranyakashipu, and no one could calm Lord Nrisimhadev down until Prahlad Maharaj came and spoke. Итак, Махарадж Прахлад обращается здесь к Нарисимхадеву. Нарисимхадев был очень разгневан после того, как убил Хираньякашипу, и потому никто не мог подойти к нему, и только Прахлад Махарадж смог это сделать. So, Prahlad Maharaj is born in a demonic family. The demons, they reside in the bottom of the universe, in places like Patala Loka. And they're very much influenced by the modes of passion and ignorance. Итак, Прахлад Махарадж родился в демонической семье. Демоны обитают в нижней части Вселенной, на планетах, таких как Паталалока, и они очень сильно зависят или находятся под влиянием гун страсти и невежества. But Prahlad is able to recognize Lord Nrisimhadev as being the lord of the Vaikuntha planets. И здесь Прахлад Махарадж определяет или видит Верховного Господа как повелителя Вайкунтх, планет Вайкунтх. And Prahlad appreciates the nature of the Vaikuntha atmosphere, that there's no anxiety, which is a big contrast from the place where he comes from. И Прахлад Махарадж отмечает, что эти планеты, Вайкунтхи, это место, где нет тревог. И это очень сильно разнится с тем местом, где обитают демоны. Prahlad, as we said, is coming from the demon family. So by nature, the demons by nature are usually sinful, and they're inclined to many sinful activities. They will eat everything. They will do all kinds of activities which are against the scripture. Прахлада Махарадж из демонической семьи, из тех мест, где обитают демоны. Демоны по природе склонны к греховной деятельности. Они едят все, что угодно. Они занимаются деятельностью, противоречащей Священным Писаниям. So Prahlad Maharaj, Prabhupada describes in the purport, he said Prahlad Maharaj is actually always situated in Vaikuntha. He's actually from the spiritual world. But he is taking a, he's representing the common people who are all conditioned souls who are all troubled by the material energy. Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что Прахлада Махарадж всегда пребывает на планетах Вайкунтхи в духовном мире. Но он обращается сейчас от лица падших обусловленных душ, которые очень обеспокоены влиянием материальной энергии. And so Prahlad is saying that when I'm, when my mind is disturbed, how is it possible that I can remember the transcendental position of the Lord?
I'll be bewildered by the material energy. So when the material energy is troubling me, very difficult for me to think of God. Прохлад Махарадж говорит, что мой ум находится под влиянием материальной энергии. Эта энергия беспокоит меня, и в таком беспокойстве, как я могу помнить о тебе, Господь, как я могу помнить о твоей природе, о твоих деяниях? And Srila Prabhupada says, anything which is not connected with Krishna should be understood to be sinful. So, that means we're engaged in so many different sinful activities, so many things which are not connected to Krishna. Шрила Прабхупада в комментарии говорит, все, что не связано с сознанием Кришны, следует считать греховным. Получается, мы так много контактируем с греховным, поскольку так много имеем дело с тем, что связано с Кришной. But then, if we surrender to Krishna, then Krishna promises that he will free us from all of our sinful activity. Но если мы предаемся Кришне, то Кришна обещает, что избавит нас от всех последствий грехов. So, Krishna promises that if somebody takes shelter of him, he will protect them from all their sinful reactions. Кришна обещает, что тот, кто предается мне, того я защищаю от всех последствий греховной деятельности. But if somebody doesn't surrender to Krishna, somebody say, no, I can't surrender to Krishna, then we understand that person is sinful. He must be sinful. That's why he cannot surrender to Krishna. Но если кто-то не предается Кришне, говорит, я не могу ему предаться, значит, он греховен, поскольку именно поэтому он не предается Кришне. We know in the modern times people are often very atheistic. They don't believe in God. Мы знаем, что в настоящее время люди очень атеистичны, они не верят в Бога. It's so common for people to be atheists. You even have atheistic societies, universities. Even in universities, they will have an atheist society. И они склонны сейчас, естественно, сейчас стало обыденной вещью быть атеистичным, и у них даже образуются атеистические сообщества в университетах, например. And atheists are so fond of ridiculing people who believe in God. They will point at them and laugh at them, ridicule them and say, look at these stupid. They believe in God, never seen God, but they believe in God and they talk about him. They're so and they will say they're very stupid because they're doing something which is very different from the teachings, from the thinking of an atheist. И в таких сообществах... Yes, Guru Maharaj. Yes, I hear you. И в таких сообществах люди очень относятся критично к Богу, не принимают его и считают, что это очень странно говорить о том, чего нет. So Prahlad Maharaj is coming from an atheistic family.
His father was a very big atheist. And his father wanted his son also to be a big atheist. Прохлада Махарадж родился в семье великого атеиста, его отец был таким, и он, в свою очередь, хотел, чтобы его сын стал большим атеистом. His father had put Prahlad into the Gurukula to go and associate with all the other children of the other demons. But Prahlad, when he went to the Gurukula, he preached to all the sons of the atheists, and he taught them about bhakti and about devotional service. И он отправил своего сына в Гурукулу, в школу, где учились сыновья других атеистов, чтобы он с ними общался и обучался вместе с ними. Но Махараджа Прахлада проповедовал сыновьям других атеистов, школьникам, о бхакти, о преданном служении. Our children of devotees often have to go to government schools, and they have to associate with other children who come from the families of materialistic people and atheistic people. So we encourage our own devotee children that they can preach to these other children, convince them. Часто дети преданных ходят в обычные государственные школы и общаются, учатся там с детьми, ну, атеистами, непреданными. И мы вдохновляем детей преданных, чтобы они проповедовали таким обычным школьникам, убеждали их в духовном знании. Many of our children, they will go to school with shikas. The boys will have shikas, and sometimes they will also put tilak on their forehead, and they will wear neck beads. So other people, when they see these things, then they can understand that these children are coming from devotee family, and they will question them. Дети преданных некоторые носят шики, некоторые даже ставят тилаку на лоб, носят шейные бусы, и так обычные люди видят, что они преданные, и задают им вопрос. So we have to train our children, and we have to make sure our children have strong faith in what we're doing. And we have to educate our children that they can defeat these atheistic people when they challenge. И мы обучаем детей преданных, чтобы у них была сильная вера, чтобы у них было понимание, чтобы они могли рассказывать и побеждать в диалогах, когда им бросают вызов. Of course, some children, they won't want to be different from the other children. And they may even take off their neck beads. And they may even cut their shikas and refuse to wear tilak. That's unfortunate that the children don't have very strong faith in Krishna consciousness. We have to try to make sure that our children have strong faith, and they don't want to give up these symbols of devotee. Некоторые дети преданных, правда, не хотят отличаться от обычных сверстников, и поэтому снимают кантималы или срезают шики. И это указывает на несильную веру, на неудачу.
Поэтому мы должны стараться, чтобы у них была сильная вера, чтобы они не боялись быть преданными. We see in the life of Prahlad Maharaj that because he had heard from Narada Muni, because he had good association with a great devotee, with Narada Muni, Prahlad was convinced about Krishna consciousness. And he was helping other boys to become devotees. Глядя на жизнь Прохлады Махараджа, мы можем видеть, что поскольку он слушал от Нарады Муни, получил общение с этим великим преданным, то у него была сильная убежденность в духовной науке, и он мог помочь обычным ребятам. So, Prahlad Maharaj describing the situation, how he's troubled with the mind. He's representing conditioned souls or common people. And he's describing how he's so agitated by the uncontrolled mind. Sometimes he's happy, sometimes he's distressed, never satisfied. И здесь мы видим, что Прохлад Махарадж в этом стихе обращается от лица обусловленной души, у которой беспокойный ум, неконтролируемый ум, которого, который никак не счастлив, он находится то неудовлетворен. Он постоянно то испытывает какие-то ощущения счастья, то потом страдает. So in the Kali Yuga, the process for controlling the mind is in the chanting of the holy name. Lord Chaitanya has come to teach everyone how to chant the holy name. В Кали Юге процесс успокоения ума – это повторение святого имени. Господь Читание учил, как требуется повторять святое имя. Just in the previous verse, Prahlad Maharaj had described how the Lord comes only in three yugas, that he doesn't come in the Kali Yuga. Of course, we know the Lord does come in the Kali Yuga, but he comes in a concealed form. Буквально в предыдущем стихе Прохлад Махараджа обращается к Господу как к три юге, тому, кто приходит в три эпохи. Но мы знаем, что Господь приходит в четвертую эпоху, но Он приходит как скрытый аватар. So the Lord is known as Tri Yuga. He comes in the three ages except Kali Yuga. He comes in the Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga. But in Kali Yuga, he hides, he covers himself from the world. Господь известен как Три Юга. Он приходит в три эпохи, в Сатья, в Двапара, в Сатья, в Трета и Двапара Югу. В четвертую эпоху он не приходит, он скрыт. We know, of course, the Lord does come in the Kali Yuga, and he does come. But he comes as a devotee. He doesn't come as the Lord himself. He hides himself, and he comes just as a devotee. Господь не приходит в четвертую эпоху в Кали-югу как Господь, но Он приходит в скрытой форме, Он приходит как преданный Господа. And the Lord plays the part of a devotee, and he gives everyone the holy name, because that is the most
appropriate, the easiest way for people to get benefit in the Kali Yuga from the disturbance of this Kali Yuga, because they have no peace of mind, they have so much anxiety. But if they will chant the holy name, then they can get some relief. Господь приходит в Кали-Югу, чтобы дать каждому святое имя, поскольку это самый легкий способ получить благо в Кали-Югу, способ избавиться от беспокойств в Кали-Юге, поскольку в эту эпоху ум настолько беспокоен, что повторение святого имени приносит облегчение уму. So, Kali Yuga, everyone is full of so many bad qualities. Not only the people from the lower planets, not only the demons like Prahlad's family members. Prahlad's family members are certainly sinful people. But Prahlad, he doesn't have any sin. He is a pure devotee. And he's offering prayers to Lord Nrisimhadev. За исключением высших планет, в Кали-Югу все исполнены греховных качеств. Прохлад, хотя и родился в семье демонов, тем не менее он был свободен от греховных качеств, потому что он был чистым преданным Господа. So Prahlad is describing his own situation. Of course, he's imitating a common man. Actually, he's not really describing his own situation. He's describing the situation of the conditioned souls. But Prahlad is not a conditioned soul. But he describes the mind of the conditioned soul. Итак, Прахлада Махарадж здесь рассказывает от лица обычного человека, обусловленной души. Сам Прахлад Махарадж, конечно же, не является обусловленной душой, но он описывает ум обусловленной души. These conditioned souls are sometimes happy, and often they're in distress. They suffer a lot. Обусловленная личность постоянно пребывает вот в таком беспокойстве, то испытывает некоторое счастье, то потом пребывает в большой тревоге. Even people may be rich, they may be healthy, they may be opulent in the material sense, but they're not happy because they did not get the real success. They did not get the opportunity to associate with Krishna and Krishna's devotees. Обусловленные души испытывают страдания, даже если они обладают богатством, здоровьем, даже если в материальном смысле они чем-то обладают, каким-то богатством, тем не менее, если у них нет общения с чистыми преданными, у них очень много страданий. So, material life, people are always in distress. They want more and more money. They think if they get more money, then they won't have to suffer so much. But it's not true. В материальном мире у живых существ очень много материальных желаний, они всегда хотят
побольше денег, думая, что так они избавятся от большего числа страданий, но это не так. People have wealth, they become more contaminated, become more sinful due to the influence of the wealth. Люди хотят больше богатства, но становятся более беспокойными, более греховными под влиянием этого богатства. Anyway, we have to try. We have to try to give some mercy, give benefit to people, the conditioned souls, try to help them get out of their miserable condition. Но мы должны стараться избавить этих живых существ от их жалкого существования, от их этого положения, в котором они страдают. We try to give everyone the association of the holy name. Let them hear the holy name. Even they're not able to chant, let them hear the chanting of the holy name. And then gradually, gradually these people who are trying to enjoy the material world, gradually they will also want to chant Hare Krishna and taste the nectar of the holy name. Мы должны стараться дать общение этим людям со святым именем. Сделать так, чтобы они слушали святое имя. Они не могут повторять, даже если они не могут повторять святое имя, пусть они хотя бы слушают его. И постепенно, постепенно, шаг за шагом, эти люди, которые пытаются наслаждаться материальным миром, через святое имя смогут почувствовать нектар святого имени. Because if people will chant the holy name, then they can think of Krishna, hearing Lord Krishna's name. They will think of Krishna, and just thinking of Krishna, that will help to purify them and can help to even save them from their sinful life. Когда люди, обычные люди слушают святое имя, они уже думают, так они думают о Кришне. И это способно очистить их. Когда они думают о Кришне, это может спасти их от греховной жизни. We want to understand Krishna. We have to first of all get free from all of our sins in the material world. Чтобы думать о Кришне, необходимо избавиться от грехов этого материального мира. So the material world is temporary. We don't really belong here in this material world. We have to understand Krishna wants us to come back home, back to Godhead. And to help us come back home, back to Godhead, he's given us his holy name to chant. Мы должны стараться выбраться из этого материального мира. Этот материальный мир – временное место. Мы должны стараться вернуться обратно домой к Богу. И Господь, чтобы помочь нам в этом, чтобы вернуть нас обратно домой, он дал святое имя, чтобы мы могли слушать его и повторять. Okay, are there any questions? Хорошо, будут ли вопросы? Так, вопрос. Вопрос от Нитай Патни Девидаси. Мои поклоны, спасибо за класс. В первой песне Бхагаватам говорится, что Вьясадева не был удовлетворен своим трудом, и только когда он прославил чистое принаслужение, он был удовлетворен.
Почему Вьесадева прославляется как первый косвенный проповедник, если такое действие не приносит удовлетворения души? The question from Mataji Nitai Patni. My basis is, thank you for your class. My question, in first canto Shrimad Bhagavatam, we hear about Vyasadeva, how he was not satisfied by his scriptures, which he consist. And when he glorified pure devotional service, he became satisfied. So the question, why Vyasadeva glorified as first indirect preacher if his activity not satisfied him? Why did Vyasadeva glorify indirect preaching? Yes, she wrote in his question, Vyasadeva was glorified as first indirect preacher. Well, he wanted to give the people material benefit. He wanted to see them happy in the material world. So he talked about the path of Karmakanda, religion, economic development, sense gratification, and liberation. So he encouraged the people in that path because he thought this will make them happy. They will enjoy the life. Шрила Вьясадева хотел, чтобы они последовали путем кармаканды, чтобы они сначала следовали какой-то религиозности, потом богатству, потом удовлетворению чувств, наконец, освобождению. Он хотел, чтобы они получили некоторое удовлетворение материальной жизни. The people all want material benefit. So he thought this is the right path. He thought if they follow the path of Karmakanda, then they'll enjoy. They'll get a lot of material benefit. But didn't work out. Even he was not satisfied. What to speak of the people who followed him. Он хотел, чтобы они двигались путем получения определенного материального результата, чтобы они совершали какую-то деятельность предписанную, получили результат, могли быть удовлетворены этим результатом. Но это не работает, если он не был удовлетворен, что говорить за людей, которые будут этому следовать. Okay. Вот так. Next question, Гурбанадж. Вопрос от Маджи Хладини. Гуру Махарадж, как можно усилить веру ребенка? Я так понимаю, это касается школьницы, да, которая ходит в школу. The question from Маджи Хладини. Гуру Махарадж, please explain how can we make stronger the the faith of our child. You mentioned about children of devotees who goes to a mundane school and associate with mundane school girls and school boys. So regarding our children, how can we strengthen how can we strengthen the
The faith of children. Yes, their faith will become strong if their parents have strong faith. If their parents have strong faith and the parents do everything nicely and preach, then they can educate their children to have also strong faith. Много зависит от родителей. Если у родителей будет сильная вера, и они будут проповедовать, они смогут передать ребенку сильную веру. You have to train them from the beginning of life. They should be taught to understand the real business in life is not just simply making money and working and having sense gratification. Life is meant for self-realization. Родители должны обучать ребенка и должны делать это с самого начала, объяснять ему, что жизнь служит не для того, чтобы просто делать деньги, работать и удовлетворять чувства. Жизнь нужна для самосознания. All right. Это понятно? Next question, Гурмарадж. Прошу прощения, Саша Прабу, я не видел уже очередность рук, поэтому сейчас Саша Прабу, потом Маджи Вайчач, потом Константин Прабу. Саша Прабу, пожалуйста. Хари Кришна, ваше святейшество, пожалуйста, примите мои поклоны. Вы сказали, что если человек греховный, он не может принять сознание Кришны. Ну и об этом же 7.28 Бхагавадгите Господь Кришна говорит. И что таким греховным людям делать? Допустим, у них хорошая карма, там здоровье, есть там финансы, еще что-то. Они не видят смысла предаваться Кришне. Они, может быть, и знают, что есть Кришна. Они согласны со всем, но предаваться они не хотят. Вот и что им делать? Как-то им можно помочь? Your Holiness, please. You mentioned in a class that those who are sinful cannot accept Krishna consciousness. They cannot dedicate themselves to Krishna. The same Krishna says in the Bhagavad Gita, 7th canto, text number 28, Yesham Tvanta Gatam Papam. So, my question is, what should do such people? They have good karma, good health, some money, some qualities, but they sinful anyway and cannot accept Krishna consciousness. So what should they do? They cannot accept Krishna consciousness? Mm-hmm. But what are they doing? The question is, because you said those who say I cannot accept Krishna, I cannot accept the bhakti, so such people are sinful. So if such people are sinful and cannot accept Krishna consciousness, what should they do for well they can problem? Do like Dhritarashtra. They can do like Dhritarashtra. They can detach from the material world and they can endeavor for impersonal liberation. Они могут действовать как Дритараштра. Они могут отречься от материальной собственности, от материальной привязанности и достичь безличного освобождения.
Yeah, you've seen Vidura preaching to Dhritarashtra. He didn't teach Dhritarashtra about bhakti because Dhritarashtra had been so offensive to the devotees. He wasn't able to take up bhakti. So he taught him, he got him to detach himself from the material world. Мы можем видеть, как Видура общался с Дритараштрой. Видура не рассказывал Дритараштре ничего о преданном служении, поскольку Дритараштра был оскорбительно настроен преданным служению. Поэтому он говорил о отличии от обязанностей материального мира. Можно еще спросить? Правильно ли я понял, что награды, в кавычках, за оскорбление является вот эта вот материальная привязанность? И таким людям единственный способ — это вот идти в направлении безличного освобождения. То есть их уже бхакти не сможет их процесс затронуть, потому что они оскорбители, да? Alexander Prabhu added, as I proper understand you, so the result of the offenses of such people is increasing material attachment. So such people should develop detachment from material world because they cannot accept the path of bhakti. Is it right? Yeah. Да. Спасибо. Примите мой поклон. Thank you. Please accept my obeisances. Следующий вопрос. Баджи Чачваш. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Хари Кришна, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вот Гуру Махарадж в одной из своих лекций вы сказали, что Дроначарья не стал учить Экалавья, так как тот был из какого-то отсталого племени, и Дрона считал, что он не может приобрести необходимые качества и не сможет правильно распорядиться полученным знанием. И Махарадж еще сказал, что в процессе приобретения материального знания нужные качества у Калавья не могли развиться, а вот в процессе преданного служения у нас развиваются хорошие качества, хотя мы тоже такие очень греховные, с плохим происхождением. И вот вопрос, почему в процессе материального знания нужные качества не могут развиться, потому что Экалавью общался бы с великой личностью, с Дроначарьей, и мог бы от него приобрести нужные качества. Слово Хари Кришна, Адья Гуру Махарадж, Хари Кришна, Адья Дивотис, Плизаксет Майхам Бадабисенце, Сангуру Сюшила Папапада. No, sorry. Гуру Махарадж, in one of your classes, you said that Дроначарья did not teach Ekalavya because he was from a tribal community. Drona believed that he would not be able to acquire the necessary qualities and would not be able to properly use the acquired knowledge. And then you said that in the process of acquiring material knowledge, the necessary qualities would not develop in Ekalavya. And through the process of devotional service, we develop good qualities. And why do not the necessary qualities develop in the process of material knowledge? Because after all, Kalavyu would communicate with a great personality like a Dronacharya and could acquire the necessary qualities from Dronacharya. So what's the reason why proper qualities cannot be developed by the process of material knowledge? Well, they could understand the nature of Ekalavya, that difficult, it wasn't possible to change him, that he had his own motivations in acquiring knowledge. It wasn't just his birth. People may come from a low birth, but they may be devotees. But this Ekalavya was not a devotee. Ultimately, Krishna had killed him.
So Drona was teaching military science. He wasn't just teaching character. You see, they already, each individual already had their own character, like Arjuna, Pandavas, the Kauravas, they had their own character, their own nature. So Ekalavya had his nature. And Drona didn't want to give him that military knowledge because he knew it would be detrimental to the world. It's not going to help the world. It's going to be dangerous for the world to give that knowledge to a person of the nature of Ekalavya. Would be very dangerous for ordinary people in the world. So if he didn't give him that knowledge, it's not so easy to change a person's character. Vidura, he, with great effort, he came and preached very strongly to Dhritarashtra at the end of life, and he could convince Dhritarashtra to get out from the palace. But he couldn't get him to go to the Pandavas and ask forgiveness for their offense, for his offenses. Couldn't go that. He couldn't. That would have been the ultimate. But he knew Dhritarashtra wouldn't do that. So everyone has the limitations, what they can do, how much you can change them. Sometimes, like Narada Muni could change people, like Magrari the hunter, they could make him a devotee. But it's not very easy. Здесь нужно помнить о природе Экалавьи. На самом деле не так легко поменять природу человека. И смысл заключался в том, что Экалавья не был преданным и не собирался становиться преданным. И в конце битвы он был даже убит Кришной. Дело в том, что Дрона давал военную науку, но он не работал с качествами человека, с характером. Он не менял их. Он давал непреданное служение. Он давал военную науку пандавам. Он давал военную науку кауравам. Но Экалавья он не хотел давать, поскольку Экалавья не обладал должными качествами. Он не собирался использовать это знание, чтобы помочь миру. И он знал, что давать это такому человеку, как Экалавья, опасно. Его нельзя поменять, у него есть своя определенная природа. Не так легко, на самом деле, поменять природу человека, у которого есть свой определенный набор качеств. Например, он очень строго проверяет в конце жизни, чтобы убедить его уйти из дома. Но он не просил его, он даже не пытался просить его, чтобы он просил прощения у панда. Каждого человека есть свои ограничения, какой-то свой лимит определенных внутренних качеств. И вот взять Нарада Муни, он смог поменять природу и Камригари. В большинстве случаев не так легко сделать. Lord Nityananda, he could make Jagai and Madai into devotees. It doesn't mean we could go to Jagai and Madai and make them devotees. Господь Нитянанда, он мог сделать Джагая Мадхая преданными, но значит ли это, что мы сможем сделать таких людей, как Джагая Мадхая преданными? So Drona was an acharya, but he was not a great devotee. You couldn't describe him as being such a great devotee that he could change people, bring them to Krishna consciousness. Дрона, он был ачарья, он проповедовал, он давал определенную науку, но он не был великим преданным, и поэтому он не приводил в этом смысле людей к сознанию Кришны. Every individual has their limitations, what they can do. You know, you expect wonders from everyone.
Каждый человек имеет свой ограниченный потенциал, и поэтому не стоит ждать чудес от каждого. Okay. Вот это понятно, надеюсь. Well, yes, Guru Maharaj. So can we develop our good qualities in the process of acquiring material knowledge, not only Рустам. By devotional service? Да, сможем ли мы развить хорошие качества в процессе приобретения материального знания, а не только в процессе преданного служения? No. Нет. And material qualities will be under the three modes of material nature. Материальные качества находятся под контролем, под юрисдикцией гун материальной природы. Anything which is separate from Krishna, then you're just dealing with the three modes of nature. Все. So whatever qualities you have which are not in relation to Krishna are simply effect, just simply interactions of the modes of nature. Все, что отделено от Кришны, находится под влиянием гун материальной природы. Поэтому если какие-то качества не связаны с Кришной, то это просто взаимодействие гун материальной природы. Okay. Вот так. Thank you very much. Thank you very much, Guru Maharaj. It's very clear now. Thank you for your answer. Спасибо большое за ответ. Харе Кришна, примите мои поклоны. Меня хорошо слышно? Да. Ага, я хотел спросить по поводу, вот, что я могу ответить человеку на вопрос, какова ценность нашего движения. Я хотел вот спросить, почему Гуру Махараджа посвятил всю свою жизнь этому направлению сознания Кришны. Харе Кришна. The question from Constantine Prabhu. What should I say to my opponent? To mundane person who asked me, what is the value of your society, of your spiritual path? Why you, Guru Maharaj, dedicate your life to this movement? Well, if you don't dedicate your life to this movement, you think it's better to dedicate your life to some company, to work for some company, make some money for people just to make a living? Do you think life is just meant for only solving the economic problems? Or does life have some purpose to it? I always thought my life had some purpose or some meaning. Got to be some meaning to life, not just only simply get a job, make money. There's got to be some higher purpose to life. And so I found that this movement, the philosophy of the Krishna consciousness movement, gave my life some purpose. That's why I dedicated my life. And what is the value of our society? Huh? And his question also, what is the value of our society? His opponent asked him. Well, I just said, what is the value? Mm-hmm. I said, we have a purpose, we have a mission, some meaning to life. Итак, у нашей жизни должен быть какой-то смысл, какая-то цель. Я сам всю жизнь искал эту цель в обычной жизни и понимал, что жизнь не предназначена просто для зарабатывания денег, просто для того, чтобы ходить на работу. И когда я познакомился с этим обществом, я увидел, что это общество дало мне цель.
жизни. Общество сознания Кришны указало мне на цель жизни. Именно поэтому я посвятил свою жизнь этому движению. Да, Константин Прабу. Хари Кришна, спасибо большое за ответ. Thank you for your answer, Guru Maharaj. Next question from Yuvati Shachi. Again. Хари Кришна, у меня еще один такой вопрос. Касается приобретения мистических совершенств. Считается, что мы не должны к ним стремиться. А в таком случае, зачем они вообще существуют, мистические совершенства, зачем они нужны? И зачем тогда нужен путь йоги? Потому что ведь Кришна ничего не создает напрасно. So, my question is about the mystic powers. It is believed that we should not to be eager to acquire these mystic powers. In that case, why do mystic powers even exist? And why is the path of mystic yoga necessary? Because after all, Krishna does not create anything in vain. So what is the point in mystic Krishna yoga? Does not what? Krishna does not create anything in vain. Oh, uh-huh. So what is the point in the mystic powers in general? Well, the point is people have the desire for these things. People want these things. Krishna creates them to fulfill the desires. People do desire to have these kind of powers. And Krishna has these powers. Krishna has, he can do all of these different arts. He has all kinds of mystic powers. Кришна все это создал для людей, которые стремятся к этому, которые хотят это заполучить. Но сам Кришна также обладает всеми этими мистическими силами. And great devotees, they also have these powers. Великие преданные обладают этими мистическими совершенствами, силами. Of course, they... Great devotees will not use these powers to attract most intelligent people. Конечно же, чистые преданные не пользуются этими мистическими силами, чтобы привлечь менее разумных людей. But these kind of things, these powers are there. These different things, of course, now a lot of these powers have been acquired by technology. Большая часть этих возможностей или сил обеспечивается технологией. Все. Yeah. Вот так. There is no more question, Guru Maharaj. Okay. So then we'll finish here. Yes, I think so. Okay, thank you for the translation. Thank you, Guru Maharaj, for your association. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Bhakti Vignana Shtarasim. Jai. Hare Krishna. Преданные, а кто записывал, пожалуйста, мне скиньте запись.
Или в чат, или в личку скиньте ссылку на Zoom, на запись. Хари Кришна, спасибо большое.